поговорим про искусство. Согласен, звучит душновато. Но на самом деле интересных выставок сейчас все больше и больше. И я решил сходить на одну. Это работы Хан Ае Канг, корейской художницы. Как мы должны понять, что корейская, спросите вы? Ну, хотя бы вот так. Если вы подойдете поближе к ее работам и присмотритесь, то вы увидите, что все картины состоят из многочисленных корейских иероглифов. Когда Хан работает, она медитирует и записывает послания, которые приходят ей во время медитации. Понятно, что на выставке уже давно ходят не только бабушки и дедушки.